Затрещали потенциометры в этом пультике микроскопическом. Такие маленькие пультики плохи тем, что они дешевые, и ремонтировать их большого смысла нету. Бывает так, что человек привык, или, может, больше и не нужен. Во всяком случае, менять потенциометр мы точно в нем не будем. Попробуем сделать профилактику и убрать этот треск. Потому что если заменить все потенциометры, сборка-разборка, монтаж-демонтаж, и выйдет цена такого пультика. Поэтому попробуем спасти то, что есть. Ну вот так вот. Вот теперь потенциометры мы попробуем добраться. И загнать туда под давлением специальную пациентометрическую химию. Ну что ж, тишина. Это мейны. Тихо. Окей. Можно включить на наушники. Все, никаких тресков. Можно даже подать сигнал. Я тут уже чувствительности перебрал немножко. Все, будем собирать. Ну вот такая простенькая профилактика. Конечно, разборка длинная. И, в общем-то, пульт работает как новенький. Конечно, это самообман. Это ненадолго. Я думаю, на полгодика-год. Ну, лучше, чем выбрасывать или покупать новый. Все, всем спасибо.